Неадекватный бульбофюрер продолжает провокации на польской границе. За сегодняшний день 22 нелегальных мигранта Лукашенко пытались перейти польскую границу. Ну, естественно, всех развернули назад. А вот 10-х, которые бросали камни и которые вели себя довольно агрессивно, я не знаю, кто им там надоумил, что с бросанием камней, палок и прочей дряни в сторону польских пограничников шансы твои попасть в свободную Европу, всю остальную жизнь ни хрена не делать, а только жить на пособие, вырастут довольно сильно. Не знаю, наверное, Лукашенко рассказывает такие сказки своим собственным мигрантам. Но вот они этим занимались. Самое интересное, что 10-х таки задержали, естественно, потом всех отправили назад. Вот, но я не понимаю, чем руководствуются эти люди. Вот после этого им уже автоматически идет депортация и так далее. То есть дальше о каком-то беженстве, какого-то статуса уже никто же ничего не получит. Ну, кто же им это говорит? Продолжается свистопляска, продолжаются угрозы со стороны Беларуси. И да, кстати, очередной геликоптер с сигаретами. Не геликоптер, а квадрокоптер. Это был, конечно, цирк на дроте, но Лукашенко перешел на мелкие партии, и литовцы сбили квадрокоптер с сигаретами Лукашенко. Ну, это вообще атас. Сколько там, 25 пачек можешь придать на квадрокоптере? Лукашенко как-то, Шура, ты что-то уже масштабы совсем потерял.